хуже будет, наверное. Сейчас никого не пугает жара июльская вообще, не наступит солнце. Доброе утро, это Леонид Ермольник. Если кто меня не узнал, это Марк Подольский. Мы будем вести сегодня открытие замечательного праздника. Я вообще люблю, когда такое, знаете, морозное летнее московское утро, стоя в дубленках, посмотреть на полураздетых девчонок. Вот, но они, видите, единственное, что у них нормально работает, это улыбки, потому что все остальное их не устраивает. Не похоже на предыдущих я участвовал, может быть, многие из вас знают, что я не просто артист-ведущий, я один из самых сумасшедших, у кого есть два старых автомобиля и штурман. И всегда, даже если экипаж побеждал, то не понимали, кто все-таки больше победил, штурман или пилот. И в этом году мы делаем такой ноу-хау. Пилот и штурман – это один человек. То есть, конечно, на древнем старом автомобиле ездить невероятно приятно. Я называю эти автомобили машинами времени. Пилот выиграл кубок Гордона Беннета. Пока готовим, может быть, вообще
Если бы мне сказали, что определяет это где-то у меня было бы. Москве. Спасибо вам большое. Достаточно трудно. Несколько слов об этом аппарате. 1917 года. То есть этот автомобиль ровесник наших неприятностей. Октябрьской революции. Американский автомобиль с настоящим французским изящем. На автомобильную промышленность. Автомобиль выключился на финише. Советского Союза ветеран. Но самое интересное, что русский не очень нужен. Там разойдитесь немножко, потому что автомобиль... В 1948 году ходит такая байка. Это наш партнерство безопасности. Пусть дед вспоминает, да? Я все-таки... Который выступал бы на автомобиле «Запорожье». Души были для охлаждения книги. Да-да, волнуемся такие же. Играли, вы пользуетесь этим автомобилем. Если честно, не часто пользуюсь этим автомобилем, номерами, но мне он очень нравился с детства, потому что в какой-то момент я его купил, он у меня 6 лет. Спасибо, 5. Я не буду задавать. Наверняка здесь очень много наших болельщиков и зрителей, которых интересуют вот такие сумасшедшие, как мы. Коварные легенды, придуманные организаторами. Мама соревнований! Разойдись! Разойдись! Старт подошел, участник под номером 9. Адам какой? Нет, это не Адам какой. Что это, Марк? Это «Шевроле Корвет Кириллей». Добрый день. Здравствуйте. Вот еще один корабль. Вот еще один корабль. ФСО. Участник под номером 16. Чайка ГАЗ-13, 1904 Спортспайдер, 66-6-2-2-1-0-1. Который имя «Континенталь» использовал с компанией «Континента» 8-8 совместно автомобиль. Где взять такой костюм? Где? Ну, это автомобиль «Москвич-403», наследник 407-го «Москвича».